каждый день не получится, можно и соврать, но не получается. Проект «Детские мечты», в котором участвовало более 3000 детей. Мы стараемся до сих пор, до сегодняшнего дня выполнять все, каждому ребенку уделять внимание. Поэтому сегодня мы приехали сюда с подарками и подарили всем подарки. К нам приехала сборная России, подарила подарки. Я хочу пожелать сборной России удачи. Я счастлив. Thank you.